Как раз в программе «Целебная кулинария» в гостях у Юрия Шатунова. Юра, я слышал твою любимую, знаешь, вот как бы сказать, разведка доносит, что ты начал любить там строганину, что-то такое сырое. Как, уже давно. Как ты его делаешь? Откуда это пошло? Ну, вообще, это пошло, скажем так, лет, наверное, 15 назад, или, может, чуть меньше, да, там, 12. Мы приехали то ли в Сургут, то ли в Нефтеюганск, то ли, ну, в общем, там где-то в том регионе. Ну, и в ресторане, конечно же, читаю меню, ну, и спрашиваю, что это такое. А там есть рыба муцун, это местная рыба. Я говорю, принесите, попробуйте, что это такое. Они говорят, ну, это мороженое, просто рыба, порезанная тольчиками, и, соответственно, соль и перец. Ну и принесли, я попробовал, мне понравилось безумно вообще. И с тех пор, когда я нахожусь в том регионе, то есть это первое, что я заказываю. Эту рыбку. И не только эту, там есть еще рыба, нельма, по-моему, она называется. Ага, а я, знаешь, знаю, вот как раз был Михаил Муравов в гостях, значит, что он, я думаю, что он там делает? Он также решил сделать сырое мясо. И знаешь, за счет чего сырое мясо? Все мы там думали, почему вот туда переваривают кролика. Ученые думали. И они поставили такой опыт. Взяли, значит, два стакана, наполнили желудочно-кишечным соком и бросили туда в один стакан вареную лягушку, в другой сырую лягушку и смотрят, что с ними происходит. Значит, вареная начала перевариваться и остановилась. Сырая через какое-то время полностью рассосалась, как это говорит, и зубы, и когти, и шерсть, и так далее. За счет чего? Оказывается, в клетках, клетка, да, есть такие образования, лизосомы называется, соляная кислота просто мембрану разрушает, потом мембрану внутри где-то лизосомы, ферменты, они выходят и все перевариваются. Судя по всему, вот вам и ответ, почему я в такой хорошей форме. И действительно, сырая еда переваривается, ничего не откладывается в жир. И сырая еда как раз затрачивает меньше всего энергии на переваривание, и больше всего она ее дает. Но при этом надо, значит, помнить одну такую вещь. Значит, для того, чтобы там никаких там бактерий не было и прочего, вот как раз соль и перец. Почему строганина? Для того, чтобы все это тоненькими слоями, если что-то там имеется, оно просолилось, за счет соли, значит, убилось, за счет перца там еще переварилось там или сожлось и так далее, и так далее. То есть лука, перца, соли, все это можно побольше. И даже используют яблочный уксус. Промывается это, потом меленько измельчают, кучу зелени, и получается очень хорошее блюдо, которое влияет как на здоровье. Я смотрел один японский фильм, там мясо как раз ел, ну, по сценарию, так, для того, чтобы свою жену удовлетворять. Ну, возможно. У меня пока все хорошо. Хорошо. Что ты еще любишь вот из пищевых пристрастий? Ну, не знаю. Да все, по сути, я уже говорил, что я как бы ем все, что можно есть. Сырое, жареное, пареное, вареное не имеет значения. Ну, я думаю, что мы от твоего имени приготовим вот эту как раз рыбку строганину. Манная каша, рисовая каша. Каша. То есть каша на воде, на молоке. Без разницы. С сахара, без сахара. Без, ну, как бы сахара чуть-чуть. Хорошо. И соли, соответственно, хорошо. Чуть-чуть, но так, чтобы для вкуса. Хорошо, значит, мы как раз приготовим рыбу. Рыбу и приготовим кашу. Итак, мы займем от Юрия Шатунова. Манго! Хорошо. Спасибо. И вам спасибо. Не буду больше злоупотреблять. Гостеприимство. Доброго здоровья. И вам не хворать. Спасибо. Как говорится. Спасибо.